Детство советских детей с уверенностью можно именовать эпохой без гаджетов. Они больше проводили времени на свежем воздухе, не понаслышке знали, что такое пионерлагеря, играли в казаки-разбойники и приспосабливали к досугу любые прикладные вещи, даже резинку или асфальт. Но был в советском детстве и, так сказать, гаджетообразный период. Начался он примерно в 80-х. И вот вам яркий пример. Игра микропроцессорная или электроника и М02. В народе ее прозвали просто и доступно. Ну, погоди. Причем тут заяц и волк? Да при том, что популярнейший мультфильм про антагониста в животном мире вышел в 70-х и завоевал сердца миллионов товарищей. С изображением зайца и волка выпускались памятные монеты. Фразы героев стали родными в лексиконе каждого гражданина СССР. Так почему бы любимцев простых рабочих и интеллигентной прослойки не сделать героями электронной игры? К слову, суть ее была проста. Итак, с 4 лотков, расположенных по бокам от волка, катились яйца. Задача состояла в том, чтобы поймать все яйца в одну корзину. Постепенно скорость игры увеличивалась, а за каждое упавшее яйцо начислялся штрафной балл. В продаже электроника М02 появилась аж в 1984 году, и цена ее составляла 25 рублей. Кстати, только темы «Ну погоди» создатели не ограничились. Вариаций было много. На протяжении 80-х было выпущено около 20 серий микропроцессорных игр, среди которых и «Веселый повар», и «Тайные океаны», и «Космический мост», и даже хоккей. К слову, в этой игре, кроме игры, имелись еще часы и будильник. Но что характерно, эра советской игровой электроники была весьма недолгой. Похожий сценарий, однообразность, это из минусов. Тем более 90-е подарили нам легендарную Денди со сменными картриджами. Однако это уже совсем другая история.